Казанском федеральном университете отобраны лучшие студенческие научные кружки. О том, какие именно, смотрите в нашем следующем сюжете. В актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся третий этап конкурса на лучший студенческий научный кружок. В число победителей вошли студенческий научный кружок по хирургии «Когномин», а также археологический кружок. По направлению естественной и технические науки первое место занял студенческий научно-практический кружок по хирургии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, научным руководителем которого является заместитель главного врача по медицинской части за ведущий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии профессор Сергей Зинченко. Студенческий научно-практический кружок призван для формирования профессиональных навыков у студентов в первую очередь. В данном случае по хирургии. Что касается научной части, то я думаю, что как раз-таки на сегодняшний день это и частичная проблема для нашего кружка, и ей мы посвятим следующий учебный год. По направлению гуманитарной и социальной науки первое место присуждено археологическому кружку Елабужского института Казанского федерального университета, научный руководитель которого – доцент кафедры всеобщей и отечественной истории Альберт Нигамаев. Научные кружки для нас важны как инструмент для формирования профессиональных навыков будущих Яниных, Халиковых и других светочей науки. Также хочется отметить, что лучшими были признаны следующие студенческие научные кружки. Это Общество инженеров-нефтяников Института геологии и нефтегазовых технологий, научный кружок кафедры морфологии и общей патологии Института фундаментальной медицины и биологии, научный кружок сложность текста Института филологии и межкультурной коммуникации, а также уголовный процесс юридического факультета. Амир Ахтямов, Универньюз.